Привет, друзья, это школа воркаута, и сегодня мы не будем ничему учиться, но надеюсь замотивировать я вас смогу. Постараюсь сделать упражнения в стойке на руках, это будут отжимания, причем отжимания возьмем все самые сложные вариации, вариации в стойке на руке, отжиманий тоже есть, и их немало, и попробуем их соединить все вместе и показать вам. Я не знаю еще, смогу ли я так сделать, потому что ни разу не пробовал. Это, я думаю, что достаточно сложно. Здесь будут такие отжимания, как 90-градусные. Здесь и будут отжимания Си-монстра, которые вообще делают пару человек в мире. Попробуем это все соединить, посмотрим, вытяну ли я. Если да, то надеюсь, вам понравится данное видео. Зачем нужны отжимания в стойке на руках? Все просто. Это контроль вашего тела с одной стороны, и с другой стороны это сила ваших плечей. А где они нужны в калистенике? Да в принципе везде. Это и планши, это и передние и задние весы, да и в принципе вообще вся калистеника на этом строится. Так что если вы можете делать что-либо из показанного, то обязательно включайте их в свою программу, и это поможет прогрессировать в калистенике быстрее. И именно над ним работать, используя определенные упражнения. Все эти упражнения вы можете найти во всех наших книгах, в зависимости от... Если ты еще не на таком высоком уровне, но очень целеустремлен и хочешь достичь правильной стойки на одной и вообще достичь многих сложных элементов калистеники, то обязательно посмотри на наши курсы, они находятся снизу. Там ты найдешь все, что для тебя нужно, посмотришь, какие у тебя слабые точки, как их тренировать, как определить программу именно для себя и начнешь прогрессировать. И вишенкой на торте здесь является то, что когда ты все прочтешь и поймешь, как строить свою программу, но будут некие вопросы, конечно же, ты сможешь спросить их у меня лично, и мы разберемся в твоей проблеме. Спасибо, друзья, за просмотр данного ролика. Если вам понравилось, если вас это замотивировало, сделайте пару отжиманий в стойке прямо сейчас. И, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте включать уведомления. Это очень важно для того, чтобы не пропустить следующего видео. До встречи!